Приветствую вас, мои дорогие. С вами Жанна Фетисова. Если вы меня вдруг не узнали, на всякий случай представляюсь. Но думаю, что вы, в принципе, уже привыкли, что именно так я провожу свое время свободное дома, делаю какие-то масочки, что-то вкусненькое готовлю и все вам показываю. И я получаю огромное удовольствие от общения с вами. И это так здорово, вы даже себе не представляете. Я знаю, что есть и много довольно девушек с очень большим количеством подписчиков и тоже меня смотрят. Девочки, я очень рада, если я приношу вам какую-то пользу своими видео. Я просто приглашаю вас к себе в гости. Сегодня будет мой обычный вечер. Что сейчас у меня на лице? Почему я такая белая, собственно? Ну, показывала вам вот этот вот крем Медовея, да? Это крем с российского юга. Крем этот производится в Сочи. Раз в неделю, как я вам уже говорила, делаю такие вот какие-то отбеливающие процедуры. Этот крем я использую все-таки в виде маски. Он очень активный, поэтому я просто вот так вот плотным слоем наношу. На зону декольте тоже иногда наношу. Сейчас я ощущаю такое пощипывание легкое. В принципе, к этому привыкла. Я привыкла к кислотам. Тем, кто ни разу не пользовался кислотами, пожалуйста, будьте аккуратны, посмотрите внимательно мое видео. Читайте внимательно, пожалуйста, инструкции, да, как пользоваться кремами, содержащими кислоты. Я так чувствую, что она у меня довольно сильно уже активная на лице. Еще минут, может быть, 10-15 я ее подержу. Пока я вам расскажу, что мы приобрели на iHerb. Сейчас время такое начинается, довольно сложное для иммунитета. Нужны витамины. Ребята, там столько скидок. Я думаю, что если вы заглянете на этот сайт, а скидку я вам все время оставляю, и сейчас еще большие там скидки, там приятные предложения до 15%, и очень большие скидки на спортивное питание, кстати, да, для тех, кто занимается спортом, кушает специальное питание белковое, тоже там все это есть. Оставила вам информацию в некоторых своих видео, и в этом ролике также будет информация. И первое, что я всегда приобретаю обязательно, раз в году мы пропиваем полный комплекс, это пробиотики. Витамины это американские, покажу сейчас вам их близко, да. 21 век, 21st century, ацидофильные бактерии. То, что восстанавливает кишечную флору, то, что помогает нам чувствовать себя спокойнее в плане желудка. Вот. И, естественно, то, что положительно, кстати, если вы не знали, влияет на состояние нашей кожи. У нас меньше воспаления, если у нас правильная микрофлора в желудке. Здесь 150 капсул. Вот такие вот упаковочки большие покупать очень выгодно. Во-первых, на них очень часто бывают скидки, большие довольно. А во-вторых, вот такие вот витамины, похожие, да, или даже они же в России стоят в 3-4 раза дороже. Представляете себе, насколько выгодно покупать на iHerb. Это конкретно, да, бактерии, пробиотики. Почему? Потому что сейчас я чувствую, что я так чуть-чуть заболеваю, ну, скажем так, не сильно, но немножечко. И я не хочу пить, конечно, никакие антибиотики, честно говоря. Да, я хочу побороться сама. Поэтому вот сейчас то, что я снимаю видео, это тоже часть моей борьбы вот с вирусами. И я стараюсь сейчас преодолеть собственным иммунитетом, поэтому хочу его поддержать. И мне нельзя терять голос, как вы знаете, я занимаюсь озвучиванием фильмов. В общем, не хочу болеть, поэтому сейчас буду поддерживать свою микрофлору. Тоже с дочкой поделюсь. В общем, вещь очень полезная. 150 капсул, одна капсулка в день пьется. Очень сильные, очень мощные. Вот эти витамины и предыдущие, которые я вам показывала, пробовала и те, и другие, они нам очень помогли. И следующие витамины, это кальций, магний, цинк и D3. То есть я приобретала отдельно D3, сейчас мне это не очень удобно. Я решила, что я буду приобретать вот такую вот усиленную формулу. Эти вот микроэлементы, витамины и минералы друг друга усиливают. Хватает на месяц 90. Зубы, косточки наши, да, которые с возрастом, к сожалению, становятся более хрупкие. Кальций плохо усваивается. И, соответственно, магний, цинку и кальцию помогают усваиваться. Магний помогает нашей нервной системе справиться с перенапряжением. Этот комплекс присоединяется к моим пробиотикам. Ну, ни для кого не секрет, что витамин С – это отличный антиоксидант. Да? Здесь он в правильной форме, хорошо усваивается. 21st Century фирма, но только через iHerb, если вы будете заказывать. Это очень бюджетное средство. Здесь 110 таблеточек, так интересно перечеркнуто.
100 написано 110, ну то есть, в общем, какая-то такая, видимо, акция. One tablet daily. Одна таблеточка в день пьется. Очень удобный формат. В принципе, как коробочки для приправ, гениальные, кстати. Вот эти вот, да, смотрите, они вот так встают. Коробочки для приправ. У меня сразу мысль. Нет, серьезно, ребята, вот приправы вот в таких коробочках очень, кстати, котируются. И, ну и аминокислоты, поддержка для тех, кто стройнеет, да, выздоравливает, вообще поддержка для нашего организма. L-аргинин 1000 миллиграмм, хорошая такая дозировка. Аминокислоты участвуют в процессе обновления, да, наших клеток. Аминокислоты очень нужны тем, кто очень активно ведет образ жизни, либо хочет, чтобы организм как бы заработал, чтобы иммунитет включился, чтобы немножечко процесс сжигания жира побыстрее стал. То, чего не хватает очень нашей пищи, аминокислот. И поэтому здесь тоже 100 таблеточек. Смотрите, я все взяла в больших довольно упаковочках. Я сейчас, как вы видите, вот активно провожу такую терапию для того, чтобы не пить никакие антибиотики, а оздоравливающую. Всегда использую вот из-под этих витаминок под специи. Очень удобная штучка. Почему? Потому что они вот так вот прям, видите, открываются. Вот так. То есть там все запаяно, но вот это очень удобная крышечка. И как я уже вам говорила, на iHerb очень выгодно приобретать что-то, потому что есть возможность приобрести пробники по смешной цене. А пробники прям вот так скажем, вот видите, большие. То есть его все и не пробники, а цена смешная, там 50 рублей, и бывает и 10 рублей, и 15 рублей. То есть вот такие вот цены. Это органовый бальзам, вот такой. В принципе, вот такие вот форматы очень удобны. Ну, для меня лично. Вот такие вот маленькие, не огромные банки, да, а вот малютки. Здесь масло ши, органа, ну то есть очень-очень такие активные кремы. Я использую совершенно на все тело, и на губы, и на руки, да, чтобы ручки были мягкие, на ножки. Ну то есть везде, везде, это очень удобно, это просто стоит там копейки, смешные деньги. Показывала вам вот такой похожий крем, но у меня уже закончился. Earthcare, это Tea Tree бальзам. То есть это теперь с чайным деревом. До этого у меня был бальзам, который предназначен для очень сухой кожи, так скажем, потрескавшиеся губы, локти, пятки, да. А вот это уже tea tree, то есть это снимающий воспаление. Масло чайного дерева, которое здесь в большом количестве содержится, в сбалансированной форме, то есть не просто масло одно, да, которое обжигает, по сути, а именно вот то количество масла, которое успокаивает. Вот это были все мои покупки. А сейчас я буду умываться и дальше приглашаю вас в свой вечерний ритуал ухода за кожей. Переоделась как-то, мне, знаете, то жарко, то холодно сегодня. Ну, в общем, вовремя витамины я, конечно, купила. Спонжиками вот такими вот снимаю масочку. Ну, точнее, крем, да, вот он так очень здорово засыхает, как маска прям, знаете, очень легко снимается вот так вот, просто влажными. Сейчас я ощущаю себя так, как будто бы, знаете, кожа прям голая. Ну, то есть такая вот, как будто чуть-чуть ободранная, немножко такая чувствительная. Это всегда так после кислот, не пугайтесь. Так, тут у меня сейчас должна быть краснота на подбородке, потому что я вам рассказывала, да, жировички выжигала. С кислотой могут быть некоторые покраснения. Вот такие звуки может издавать унитаз японский. Такой у нас странный, сам с собой разговаривает, открывается, закрывается. Ну, на женщин реагирует очень бурно. Так, можно с ним такие интеллектуальные беседы вести. Муж мой делает сложное оборудование, как я уже вам говорила. Такой человек технический. Ну и, соответственно, все в доме такое, знаете, интересное. В общем, просто за ними ухаживать, тепленькой водичкой с мылом помыли и все. Что стоит у меня здесь? Ну, естественно, набор для умывания, да, я вам показывала. Перед тем, как умыться, всегда снимаю одним, ну, любым каким-то средством, которое не раздражает мне глаза, макияж с глаз. Но сегодня, поскольку я была без макияжа, то умылась и нанесла маску, которую вот сейчас сняла. Так, чем я сейчас буду пользоваться? Тоником. У меня тоник от Vitex. В принципе, показывала вам ее в своем белорусском уходе. Тоники я использую вне как бы времени, абсолютно любые, не обязательно из определенной какой-то линейки. Тоник с алоэ прекрасно успокаивает кожу. Я его просто наливаю просто в ручку. Кстати, вот эти вот упаковочки не очень удобные. Ну, кто меня понимает, то есть такие вот тоники. Ссылочка, кстати, гораздо удобнее. Сейчас я хочу именно так легкую успокаивающее действие, чтобы он произвел на кожу после кислот.
Тоника, в общем-то, предназначена исключительно для того, чтобы сбалансировать pH после не очень хорошей водопроводной, мертвой, будем так говорить честно, воды. Следующий этап, я буду наносить легкий такой лосьон, ну, как бы такая предсыворотка, да, то, что очень-очень легко впитывается, очень быстро, это Hada Labs, я показывала вам его, я приобретаю их в Подружке. Здесь мелкомолекулярная гиалуроновая кислота. Она в правильном таком хорошем соотношении, очень он здорово увлажняет, нет у меня никаких проблем с отеками, поэтому и под глаза, и на глаза тоже позволяю себе. Следующий этап, это я наношу серум под глаза, сыворотка, серум, по-разному они могут называться. Это сыворотка от Lancôme, у нее вот такой вот металлический наконечник. Хорошо увлажняет, то есть вот сейчас я ее распробовала, она правда дает немножко такой люминесцентный оттенок, чуть-чуть блестит. Могу сказать, что здесь прям очень-очень такой натуральный состав, Lancôme вообще не славится натуральными составами, честно говоря. Вот такой вот массаж легкий делаю, немножечко по кругу, по косточкам, показывала вам такой вот массаж, это лимфодренажный, посмотрите, у меня отдельный, в принципе, есть ролик. Следующее, что я наношу, ну, в принципе, для кого-то может показаться, что это много средств, для кого-то мало, для меня это нормально. Я наношу на все лицо коэнзим Q10, это прекрасный антиоксидант, он в правильной вот такой вот упаковочке, это туба, можно наносить на шею и зону декольте. Антиоксиданты работают на наше будущее, то есть они замедляют процесс старения путем воздействия на свободные радикалы, которые, как вы знаете, образуются под воздействием солнечного света из-за разложения не только солнечных лучей, но и в частности из-за плохой пищи, плохой воды, ну и много-многого того, что не способствует нашей, скажем так, молодости. Вбиваю, как бы средства все прекрасно входят, идеально просто. Вот сейчас уже практически сухое лицо. Представляете, что же камера моя спать уже легла, похоже. Поэтому бегать специально за кремом под глаза не буду. Воспользуюсь обычным кремом. Сегодня и так у меня богатый довольно уход. Это Arno, французская компания. Рассказывала вам, что это хорошие базовые средства. Больше, в общем-то, мне после такого ухода и не нужно. У меня было много довольно этой косметики. Сейчас я уже как бы, ну вот, добиваю последние средства. Его я не жалею. Он ничего прям вот сверхъестественного не делает. Никак ничего не подтягивает. Просто хорошо увлажняет. Масла там тоже есть. Поэтому вот так прям жирным слоем наношу. Я люблю ощущение такое, что вот я проснулась, и у меня не стянута кожа, а все-таки что-то там еще осталось из уходовых средств. И вот эти вот конкретно зоны у меня довольно суховатые. Губки тоже. Вот эти вот пальчики безымянные, самые слабенькие, поэтому ими делаю массаж вокруг глаз. Нанесение крема. Крем у меня будет витамин Е. От Derma-E, то есть это компания американская, как я вам уже рассказывала, с потрясающими составами, очень действенные средства, именно антивозрастные. Обратите внимание, ссылочку тоже вам оставлю в описании к этому ролику. И у них бывают очень, кстати, часто скидки, это очень популярный бренд на Herb, вот такой, очень густой. Так... Витамины А и Е прекрасно обновляют кожу. Для того, чтобы улучшить степень проникновения средств косметических и также витаминов, да, содержащихся в них микроэлементов в поверхность кожи. С возрастом ухудшается, к сожалению, как вы знаете, да, способность регенерации. И вот таким образом мы ее как бы немножко искусственно подхлестываем. Дальше я чуть-чуть взбиваю. Делаю свою обычную гимнастику, сейчас уже не буду вам подробно показывать, посмотрите, пожалуйста, оставляю вам ссылочку. Ну что же, вот и все на сегодня. Я уже буду читать книгу, ждать, когда впитается весь мой уход, и ложиться спать, буду отдыхать. А, да, не забыть выпить сейчас витамины, которые можно выпить на ночь. Обязательно зайдите, посмотрите хорошие витаминки. Хочу общаться с вами. Вы не представляете себе, как приятно получать от вас не просто комплименты, да, а действительно комментарии вдумчивые. Я хочу понимать, что вас интересует, что вы ждете от меня, что для вас было бы полезно. Пожалуйста, не стесняйтесь писать об этом. Спасибо огромное, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и спокойной ночи для меня, по крайней мере. А вам быть благодарными за все, что имеете. Пока!